Гюнтер, мой друг, добрый день. Добрый день, Рицелли. Что с вами случилось? На вас лица нет. Это как-то связано с вашей девушкой Верой? Вы весьма проницательны. Я действительно нахожусь в затруднительном положении. Ну что ж, поделитесь. Может быть, я могу помочь советом? В общем-то, это не совсем связано с Верой. Хотя, знаете, к черту, все равно вы узнаете об этом рано или поздно. Лучше уж от меня. Катриану позволил большому отряду русских высадиться на нашем берегу. Их цель — уничтожить школу. Мы могли бы убить их всех на берегу, но Катриану приказал оставить их в живых. Это часть его плана. Мне кажется, что Николай его просто дурачит. Ну, продолжайте. Мне кажется, это далеко не все, что вы хотели рассказать. Человек, который встречал их на берегу, живет по соседству с моей Верой. И я видел, как они общались. Теперь получается, что я замешан в этой истории по уши. Если Катриану заблуждается насчет Николая, я не хочу оказаться предателем. Если честно, Гюнтер, мне тоже кажется, что Катриану окончательно выжил из ума. Мы с вами не можем позволить этому безумию распространиться, как зараза. Давайте поговорим в другом месте. Не доверяю этим стенам. Встретимся через час в саду. Фотоателье на первом этаже, квартира на втором. Ну вот и все. Начинается самое интересное. Самое рисковое, я бы сказал. В случае, если Катриану и Панин решили с нами сыграть. Да, все возможно. Остается только ждать. Знаешь, Сергей, у меня давно к тебе зреет серьезный разговор. Что у вас с Леной? Знаешь, как ее в СМЕРШ взяли? Она офицера немецкой контрразведки в одиночку задержала. Мы с ней каждый день под пулями ходим. Она как сестра нам. Если ты решил с ней поиграться... Я ее очень люблю. Со школы люблю. И куда ж ты любовь-то свою прятал? Что она за другого замуж вышла? Подальше прятал. Потому что знал, что за другого замуж вышла. Раз так, я мешать вам не буду. И другим скажу, чтобы не лезли. Спасибо, Паш. Поставишь на витрине возле выхода. Thank you.
Гюнтер, вам нужно ехать со мной. Мы просто обязаны передать все, что вы мне рассказали в Берлин. Это наш долг. Господин Рицолли, а вы нас уже покидаете? Прошу прощения, у меня срочные дела. Понимаю. Я вот думал заинтересовать вас, может быть, ужином. Мне привезли прекрасное вино, свежую рыбу. Благодарю, господин граф, я сыт. Я жду вас за поворотом. Постарайтесь незаметно сбежать. Я очень надеюсь, что вы сделаете правильные выводы. Что слышно об операции Соборова? Операция вступила в завершающую стадию. В течение 2 дней со школы будет покончено. 2 дня? А до нашего наступления 4 дня. И немцам это хорошо известно. Откуда информация про осведомленность немцев? В центральном штабе поймали шпиона. Его быстро ликвидировали, но он успел сообщить своим о начале нашего наступления. У нас нет права на ошибку. Если школу диверсантов не ликвидировать сейчас, то за эти 4 дня наш флот будет атакован десятками хорошо обученных людей. Это приведет к потерям наших боевых кораблей и ослабит наш удар. И освободительная операция по наступлению на Крым будет провалена. Соборов справится. Хотелось бы верить. Да, мой хороший. Здрасте, Вера Андреевна. Вера. Что случилось? А? Вера. Давай в дом. Глаза кругом. Ты посидишь за мной. Посижу. Пойдем. Решила в комендатуру піти. Сил більше нема ждати. Только ничего ты там не узнаешь, душа моя. Они говорить с тобой не станут. Оно им надо. В лучшем случае ты просто уйдешь, и слово нахлебавши. Ну и піду. Ежели отпустят. А ежели нет? Да хай вже вб'ють. Мені б только знати, що з ним. Ясно. Не жалеєш ти себе. Хоть этого Гюнтера своего пожалей. Ти знаєш, що йому буде, ежели не узнаєш, що він з тобою. Ну, що він з тобою? А что будет? Так у них же это преступление. Мы же для них не люди. Она... Это опять соль полилась. Девочка ты совсем. А ну-ка глянь. А ну, я в Хабаровске цирковое училище закончил. Ну, не закончил. Выгнали за прогулы со 2-го курса. Оп. Алле! Ну, где овации, Вера? Вера. Все будет хорошо. Вернется твой Гюнтер. И от соседа ему
Яблочки передашь. Добрый день, Курилочка. Добрый. Карна Курилочка, да. Ну вот и все. Ваши фотографии будут готовы через 2 дня. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Желаете сделать портрет? Добрый день. Да. Хочу сделать карточку, ну, чтобы можно было отправить жене, может быть, отцу. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день, Николай Борисович. Как Марина, отец? С ним все в порядке. Что у вас? У вас есть карта, я покажу. Да, сейчас. Итак, я узнал, что вы хотели. Как я уже говорил, школа находится под землей. Попасть в нее можно с 2 сторон. Вот здесь находится подземный вход. А это тот самый эвакуационный шлюз, ведущий к морю. Длинный тоннель. Долго строили? Ну, его еще турки копали до нас. У них здесь крепость была, мы только немного переделали. Я предлагаю заложить заряд вот здесь. При подрыве шлюз будет обрушен и завален. Останется только один вход. Вам останется войти через подземный вход со своей командой и уничтожить личный состав. Они будут ловушки. Деваться им будет некуда. Но придется брать штурмом каждую комнату в отдельности. Ну, они фактически будут без оружия. Оно будет заперто на складе. Вам нужно будет уничтожить личный состав до того, как они доберутся до склада с оружием. Справитесь? Так что ж, придется. Ну, вы скажете это. Добрый вечер. Гюнтер. Гутен Абен, господин лейтенант. Вы попили чаю. Теперь пора домой. Конечно, господин лейтенант. Всего вам доброго. И вам спасибо, Вера Андреевна, за чай. До побачення. Присядь. Я вижу, ты всерьез увлеклась этим спекулянтом. Он тебе и в постели компанию составляет. Юшенька, ты что так и кажешь? Я ж тебе ждала, такая туга была. Я вижу, как вы вместе грустили. Так я ж... Не сипай меня! То есть ему можно, а мне нельзя? Да не сипай меня! Не сипай! Не сипай меня! Гулял бы ты отсюда, господин лейтенант. Как ты смеешь хватать меня, свинья?
Подожди, Верочка. Теперь нам тоже текать отсюда надо. Собирайте вещи. Вера! Вера! Вера, собирайте вещи. Быстрее. Черт. Как прошла встреча с Сабуровым? Разыграл как по нотам. Я вышел в город, нашел арендованное им для встречи место. Он выставил в витрину фотографию. Рассказал ему об устройстве школы и дальнейшем плане действий. Он заглотил наживку. Сегодня мы захлопнем ловушку. Вытаскивать радиста. Если тебя не срисовали, за ним сразу придут. Мы без рации не можем остаться. Черт. Не надо. Добрый день. Добрый день. Хотел бы сделать карточку. В Берлин невесте отправить. Простите, но, к сожалению, мы уже закрыты. Как вас зовут? Беккер. Томас Беккер. Господин Томас Беккер. Я уверен, это не займет много времени. Ну что ж, проходите. Мой коллега вам поможет. Да. Хай Гитлер. Все, уходим. Если что, держитесь, Верочка. Да что? Витаю, Вера Андреевна. Вера Андреевна, у вас все добре. Ну, з вас, обшук. Все будет в ажуре, Верочка. Я вас в обиду никому не дам. Вера. Вера. Давайте быстро из города к нашим. Я за радистом, где он живет. Микола, на площади в аптеке. Дом с красной крышей прямо. Держись, 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 держись. Тихо, тихо, держись, девочка. Держись, держись, я мигом. Я мигом, я мигом. Держись. Пошла! 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 Я опросил всех людей, как вы просили. Здесь по соседству коммерсант снимал комнату. Никита Пилипчук. Он после выстрела выскочил, как ошпаренный, и укатил на своей телеге. И это Вера, хозяйка, вместе с ним. Коммерсант. А кто с этим коммерсантом общался? Ему помогал один полицай. Микола Коваленко.
А ты знаешь, где живет этот Коваленко? У аптеки, на площади. Тогда срочно вызывай группу захвата к аптеке. В лесу, в тайнике. Уходим. Давайте, ребята, быстрее. Они здесь. Второе окошко. Быстрее, заходите. Двигайтесь. Здрасте, приехали. Это чего вдруг? Как я могу тебя ненавидеть, Вера? Да как же, я ж с немцем. Я просто жить хотела. Любить, понимаешь? Понимаю. Перестань. Все будет хорошо. Я умру скоро. Нет, нет, ты не умрешь. И не смей так говорить, слышишь меня? Я этого не допущу. Я должна умереть. Я родину предала, товарищей своих предала. Заради кого? Все бачили, який він, окрім мене. Все відвернулися правильно. Ты... Просто ты юная девочка, которая полюбила. Да не то. Какие твои годы? Полюбишь еще? Полюбишь. Все, тихо, 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 тихо. Не успею уже. Успеешь? Успеешь? Скоро война закончится. Заживем мирной жизнью. Все плохое забудется, и рядом будет человек, который будет беречь тебя, заботиться о тебе. Паш, ты самый добрый, кого встречала. Ойли, я-то добрый. Я бурюк ворчливый. А вот ты самый лучший, самый красивый, самый милый. Держись. Держись, прошу тебя. Да где ж ты там, твою маму? Жаль, что я тебя раньше не застрела. Вера. 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 Thank you.
Прости меня, Вера. Я хотел спасти тебя. А в итоге погубил. Разрешите войти? Проходите. В городе была перестрелка, господин полковник. Убито четверо наших. Кто? Возле дома местной жительницы Веры Дыбенко убит Гюнтер Эмец. Также возле фотоателье убили трех полицаев. А в самом это не обнаружен офицер без сознания. Он утверждает, что на него напал фотограф Томас Беккер. С ним был коммерсант Никита Пилипчук. Его подозревают в убийстве Эмитса. Их разыскивают по всему городу, но они как будто сквозь землю провалились. Вы свободны. Видимо, этот идиот Эмитс все-таки попытался разобраться со своей любовницей. Надеюсь, он ничего не испортил. Кретин. Надо предупредить гестапо, чтобы никаких действий пока не предпринимали. Надо пока замять это дело. Всем все понятно? Вопросы? А у меня нет вопросов. Иди готовь своих, Андрей. Есть. Ты прости меня, командир. Я вам чуть операцию все не завалил. Но не мог я смотреть, как он... Ты все правильно сделал, Паша. Иди. Ну все, вот и началось. Будь осторожней. Очень большой риск. На войне всегда большой риск. Я бы очень хотела пойти с тобой. Ты нужнее на своем месте. Я знаю. Здесь расходимся. Жду сигнала. Давай.
Давай быстро к шлюзу. Шлюз взорвали. Он завален, нам не выбраться. Давай в оружейку. Пройдем. Коля! Молодцы, наши вход завалили. Значит, мы всех почистили, уходим. Личный состав диверсионной школы полностью уничтожен. Самаров, мать твою. Скажите, вам удалось перехватить радиопередачу? Так точно, господин полковник. Полностью уничтожен личный состав диверсионной школы. Отлично. Это прекрасно. Осталось приступить к последнему акту представления. Один шаг до победы, отец. Иди потихоньку. Давай, давай.
Halt! Halt! Dort stehen bleiben! Halt die Hände hoch! Halt die Hände hoch, sofort! Hände hoch! Keine Bewegung! Сдаемся. Да мы сейчас всех положим. Я сказал, сдаемся. Поместились оружие. Группа in Linie antreten. Stillgestanden. Sofort! Los, schneller! Und stehen bleiben! Keine Bewegung! Lauf zu, lauf zu! Schneller, hab ich gesagt! Не ожидали, товарищ Сабуров, что я вас снова предам? А чего же не ожидал, ожидал? Такие люди, как вы, не меняются. Какие люди? Мерзавцы. Осторожно, Николай. Ты можешь испортить наш триумф от победы. Да какой там триумф, граф? Школа взорвана, ваши диверсанты уничтожены, вы проиграли. Я вас разочарую, Сергей. Во все учебники истории вы идете как величайший предатель. По вашей вине будет уничтожен Черноморский флот, и по вашей же вине будет проиграна битва за Крым. Я вам не верю. А я не буду объяснять, как это у вас у русских лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать так. Пожалуйста. Господин Сабуров, вот настоящий диверсант, а вы расстреляли подсадных уток. Эти ребята знают толк. Через два дня они уничтожат ваш Черноморский флот. Адмирал Октябрьский так доверял вам, как себе. А вы отправили ему шифровку об уничтожении диверсантов. Русские вам никогда этого не простят. Честно сказать, мне жаль терять такую светлую голову, как вы. Если вы готовы к сотрудничеству с нами, то у вас на родине будут все уверены, что вы героически погибли. Шифровку отправил какой-нибудь другой боец, и именно он попадет во все учебники истории как величайший предатель. Почему вы думаете, что я поверил в эту историю с подсадными курсантами? Не поверили. А как же шифровка? Каждый должен играть свою роль хорошо. Я не мог подвести майора Столярова. Это вы предали меня, полковник. Мой отец жив. Будьте вы прокляты. Ублюдок. Мы предлагаем вам сотрудничество, полковник. Такого предательства вам не простят. Вы же не хотите быть самым великим предателем в истории Германии? Черт. Похоже, я проиграл.
Ну как? Приступим ко второй части. Катриану согласился? С трудом. Пока подсадные утки будут в школе, настоящих курсантов вывезут на задание. Как объяснили необходимость нахождения взвода отряда вермахта? Пока курсанты на задании, школа открыла свои двери для тех, кто хочет получить опыт и навыки для борьбы с советской угрозой. Где мои люди должны будут ждать настоящих курсантов? Их погрузят на корабли. Я убедил Катриану привести вас к месту погрузки, чтобы вы увидели результат собственной ошибки. Но на самом деле он увидит свою собственную. Внимание. Катера прибыли. Это то место, о котором говорил Банин. Значит, не предатель. Грамотно. Минируйте катера. Есть. Синевич, ко мне! Приступайте. Теперь ждем. Ага. Приступили к погрузке диверсантов. Катера заминированы. Ага. Железоглой Синевич поставили мину с часовым механизмом. Смешно. Ведь это же те самые мины, которые мы у Катрен перехватили. Погибнут от своего же оружия. Вы гарантируете мне достойные условия сдачи в плен? Ну, разумеется, граф. Опять вы меня переиграли. Оставляй меня одну, Сережа, слышишь? Войска отдельной приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и овладели городом и крепостью Керчь, важным опорным пунктом обороны немцев на восточном побережье Крыма. Развивая наступление, наши войска продвинулись на запад от Керчи до 30 километров. Перевалили через турецкий вал и с боями заняли более 40 населенных пунктов. Что, Катрина? Он передал нам список агентуры со всеми шифрами, явками, паролями и прочим. Надо все равно проверить. Проверим. Жаль Панина. Он искупил вину.
Видимо, она была так велика, что он просто не мог выжить. Но план вы хороший придумали. Это была его идея — сыграть на самолюбие Катрену. Рискованно, но красиво получилось. Жаль только, что не удалось избежать потерь среди своих. На войне без рисков никак. Выздоравливайте, товарищ капитан второго ранга. Все? Все, успокоился. А? Ой, надо же, а мне давай. Никак не получилось. Еще один талант, товарищ Сабуров. Помянем павших, кто на море и на суше приближал нашу победу. Мы не забудем их никогда. Салют, а мы забыли. Салют! А мне теперь больше нельзя.